Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг часто взаимодействует с органами власти. Более удобную площадку для проведения разъяснительной и информационной работы представить сложно. Большой поток посетителей позволяет максимально полно охватить целевую аудиторию. У заявителей и граждан, обратившихся к нам, это вызывает большой интерес, то есть большой поток населения, вы сами знаете, то, что проходит через нас. Поэтому, так как, в принципе, мы оказываем практически все эти меры соцподдержки здесь, и органы исполнительной власти оказывают более грамотную в плане юридической поддержки граждан консультацию. Поэтому граждане, обратившиеся к ним, составляют немалое количество. Наиболее распространенные вопросы, с которыми люди обращаются к судебным приставам – наличие налоговых задолженностей и долгов по коммунальным услугам, алиментные и кредитные обязательства, а также, как следствие, ограничение выезда за рубеж. При этом посетители даже не подозревают, что большую часть этих сведений могут взять из интернета. На сайте ФССП России есть информация, которая размещает данные по должникам, банк данных исполнительных производств, с указанием должников, задолженности и отделов, где находится исполнительное производство. Люди, которые не знают, конечно, в первую очередь спрашивают, а почему? Получив такую информацию, они могут уже понимать, к какому судебному приставу, в какой отдел они могут обратиться за более подробной информацией. В рамках Всероссийского единого дня оказания бесплатной юридической помощи, проведенного в Одинцовском офисе МФЦ, к судебным приставам обратилось более 30 человек. Спрос на общение в подобном формате есть. Возможно, такие выездные акции сотрудников отдела ФССП станут регулярными. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».